Добрый день, уважаемые читатели! Меня зовут Айжан Аманбаева. Я заведующая отделом абонементов областной библиотеки имени Льва Толстого. В преддверии юбилея Победы я хотела бы рассказать вам о своих предках, участниках Великой Отечественной войны. Мой прадедушка Бесимбаев Ермухан, 1903 года рождения, на момент начала войны был руководителем колхоза в Медогоринском районе. И по должности своей призыву не подлежал. Тем не менее, он вызвался добровольцем и ушел на фронт 17 ноября 1943 года. Звание рядового воевал в пехотном полку 38-592А. 8 сентября 1943 года он умер от ран в госпитале. Мой дед Сапанов Шаяхмед родился 10 октября 1917 года в селе Карагай Медогоринского района Кустанайской области. 15 сентября 1939 года был призван в ряды Красной армии. Начинал службу в 166-м стрелковом полку. Затем был переведен в 443-й полк ПВО, в составе которого встретил войну. Был участником сражений на разных фронтах в составе 317-го и 302-го зенитного артиллерийских полков. Награжден орденом Красной Звезды, 2 медалями за отвагу, медалями за оборону Сталинграда, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Победу встретил 9 мая 1945 года в Берлине. Уволен в запас 20 марта 1946 года. Вернувшись домой, работал в сельском хозяйстве. За успехи в труде имел награды и поощрения. Воспитал 10 детей. Умер в 1981 году. Мы помним и мы гордимся.